Так, хардкор-то сколько? Хардкор-то, да он садит на наклонной поверхности. Брайт Коди также идеальный. Скорости совершенно не потерял Мэну, как бы проект по футбольному мячу. Мэну на гиф также из футбольного мяча сделал, прекрасно вообще не было. Перенесутся в парковую зону. Ой, какой Феликс, какой исполнение. Рост не ожидал вообще от новичков такого уровня катания. Вы смотрите, и гипы, и твиксы. Все такие сложные комбинации нам демонстрируют разницу в юном возрасте. 15 секунд у тебя осталось, Вань. Барфин на Айере перехвалил. 7 секунд у тебя остается. Барфин прямо перед судьями. И завершающий трюк. Райан Коттери идеально поймал ножками, не коснуться земли, а остались ровно смотреть там, где они и должны быть. Итак, позвольте представить следующего райдера, Трамп.